В литературном музее на выставке «Новый год в доме Языковых» представлены редкие экземпляры новогодних открыток прошлого века. Их рисовали лучшие художники страны. Во многих семьях и по сей день хранят советские новогодние открытки. Многим они напоминают о детстве. Они являются частью истории страны и каждой отдельной семьи. На выставке мы хотели показать, как отмечали, вернее, как поздравляли людей с Новым годом в прошлом веке. Здесь представлены открытки, начиная практически с 30-х и 20-х годов прошлого века. Это собрание фондов Ульяновского областного краеведческого музея вплоть до конца 20 века. Ведь мы никому не секрет, что сейчас открытки вышли из моды. Мало кто знает, что массовый выпуск открыток начался только с 1953 года. Дед Мороз и Снегурочка, лесные животные, кремлевские куранты были главными персонажами. В 60-е и 70-е годы на открытках изображали спортсменов, встречающих Новый год на лыжне и катке. Космическая тематика тоже становится популярной. В 80-е годы рисованную открытку вытесняет фотооткрытка. На большинстве открыток того времени натюрморты с еловыми лапами, блестящими шарами, серпантином и горящими свечками. Зимние пейзажи. В экспозиции есть и советские елочные игрушки. Они тоже стали своеобразным отражением ситуации в стране. В 1960-х на елках появились игрушечные космонавты, спутники и ракеты. После летних Олимпийских игр в 1980 году елки стали украшать игрушками в форме олимпийского мишки. А еще также на нашей выставке представлены как раз-таки работы учащихся детской школы искусств номер 7. У них есть такое объединение, называется «Ежики-художники». И здесь, конечно, уникальная вообще творческая обстановка, которая позволяет нам сделать вот эту выставку красивую «Новый год в доме Языковых». Рисунки учащихся детской школы искусств номер 7 были созданы ребятами в рамках участия во Всероссийском конкурсе детских рисунков «Нарисуй елку Победы», организованного Музеем Победы. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.